Чё, ребятюни, всем привет! Сегодня, короче, делать нефиг, надо что-то похавать. И вот решил, короче, попробовать приготовить в микроволновке картошку по-французски, типа жульен, но без сыра, но зато с майонезом и с картошкой, и со мясом, и со сливочным маслом, и плюс еще лук с аджикой, и соли с крупной, соли с крупной. Так что смотрим, что будет дальше. И будем все это готовить в микроволновке, ребята. Представляете, в микроволновке. Плиты нет, готовим в микроволновке. Не ходим в дорогую столовую. Нахрена нам деньги туда отдавать? Будем сами готовить. Хрена чем не мелко картошку. Короче, нахреначили. Картошка со луком. Лучок нарезали вот такими длинными хернюшками. Вот, хернюшки такие длинные. И мясо, и майонез. Нарезали вот так вот картошку такими вот крупными хернюшками. Вот так вот лучок длинно. Вот так мясо такими же вот кусочками. Вот майонезик лежит, маслица и аджичка. Все по-простому, короче, добавляем. Смотрим дальше. Короче, ребята, вот сюда вот высыпаем мясо. Высыпали. Вот. Короче, сюда же добавляем с моим гастритом маленькую чайно-столовую ложку аджики. Все это высыпаем сюда. Теперь все это дело берем, заливаем сверху майонезом. Не жалея. Тогда будет вообще классно, вкусно. Только вот майонеза нафигачиваем. Хватит на глаз, короче. Масло мы потом добавим, ребята. Вот это вот масло. Добавим потом кусочек. Смотрим дальше. Перемешиваем все это дело. Всю эту конструкцию. Короче, это все дело будет у нас запекаться. Вот в обычном вот таком полиэтиленовом пакете, ребята. Вот. Короче, ребята, размешали. Все нормально, все чики-пуки. Сейчас режем масло туда, кусочек. Как говорится, кашу маслом не испортишь, но и картошку тоже. Все, теперь высыпаю туда пакет. Короче, вот такой вот пакет с моим желудком сравнить. Но если таким пакетом забить свой желудок, я думаю, будет очень чашка. Но мы это не забьем за раз. Вот таким макаром, друзья, завязали это все дело. И идем в микроволновку. Так вот ставим, ребятки. Вот так. Включаем чё? Включаем старт. Так, хопа. Включаем время примерно минут на 20. И смотрим за процессом. Так, а сейчас... Вот такая вот ням-нямка, друзья, получилась. Сейчас, в общем-то, ее высыплю и посмотрим, что там дальше. Че, ребятки, вот такая вот у нас билибердушечка получилась. Такая вот билибердушечка. Вот так вот быстренько за 20 минут приготовили картошку с мясом. С луком, со сливочным маслом, с аджикой, с солью. Вот. Есть и хочу, друзья. Приятного аппетита. Ставим лайк, короче. Давайте. Че, ребятки, попробуем? Для начала картошечку. Картошка мягкая, прожаренная. Теперь мяско попробуем откусить. Белое. 20 минут. Вкусно. И с хлебушком. Вкуснота, друзья. Лайфхак для коллег. Просто в микроволновке приготовить можно. И водичка.
Ой, вкуснятина, ребята. Ставим лайк. Всем пока. Кстати, участвуем в конкурсе. Создаем мне видеоролик. Чей ролик наберет на моем канале больше всего просмотров, тот получит 3000 рублей.